Всем доброго времени суток, друзья мои. Меня зовут Надежда. Я приветствую вас у себя на канале. Сегодня у меня такое небольшое коротенькое видео. У нас очередное видео отчет уже за сентябрь в совместном проекте «Носочная коробочка» с Катериной Шурм. У меня связались самые обычные носки. Мне досталось чуток такой черной пряжи разных оттенков, разной немножко толщины метража, да, диаметра, оттенков. В общем, из одной из них я связала такие вот самые обычные носочки. Вставила белые полоски, извязываю, продолжаю связывать свои маленькие остатки. А носочки набирала на 14 петель. Спицами номер 3 вязала самые обычные. Бабушкина пятка и ленточный мысок. Все это есть у меня на канале порознь. Наборный край самый обычный методом длинный хвост. Как замыкать в круг изделия у меня тоже есть на канале. В принципе, кому интересны данные моменты, все это вы можете найти как у меня, да, на канале, так же и у других девчонок-вязальщиц. Подобной информации по вязанию обычных самых таких носочков на YouTube очень и очень много. Так что все это вы можете найти порознь. Самые обычные носки. Размер 37-38. Естественно, буду продолжать еще вязать в разных цветах, оттенках. Подумываю над тем, чтобы разработать еще пару моделек носочков для мастер-классов. Но они уже будут более женскими, более ажурными. Найти девчонок-участниц вы сможете по хэштегу, который вы найдете в инфобоксе, потому что список, он у нас только на спонсоров проекта. К спонсорам тоже можно пройти. Список будет в описании под этим видео. Напомню, организатор проекта Катерина Шурм. Девчонок-спонсоров вы можете найти в описании под этим видео, девчонок всех участниц по хэштегу. Девчонки вяжут вообще разные классные носочные изделия. Это и тапочки, и носки, и кульфы, и пинетки, и в общем все на свете. Вдохновиться есть чем. Так что милости просим. В описании по хэштегу проходите, смотрите, вдохновляйтесь. Возможно, вы найдете что-то интересное, полезное для себя. А также откроете для себя новые каналы и не только. А у меня на сегодня все. Спасибо за внимание. Пока-пока.